Ага, вон играют детишки, ни о чем не подозревают. Сейчас я заманю их в свое логово, в подвале, и съем. Нужно только чем-то их завлечь. Чего бы такого им пообещать? О, сейчас же в моде спиннеры. Они просто не смогут устоять против красного спиннера. Здравствуйте, детишки. Не хотите ли пойти со мной? Нет, веселый клоун. Не хотим. Это почему же? Нам не разрешают ходить куда-то с незнакомыми людьми. Но у меня есть кое-что такое, от чего вы не сможете отказаться. И что же это? Ага, тебе все-таки интересно. Итак, мальчики и девочки, дамы и господа, встречайте величайшее изобретение в мире! Это лучшая игрушка для детей! Это мегапопулярный спиннер! Ну и что? Да у нас в классе у каждого ребенка такой есть! Вот еще! Нашли чем удивить детей! Да? Ну если хотите, то там, куда я вас отведу, есть спиннеры побольше этого. Идемте со мной. Жорик, сходи, пожалуйста, домой. Принеси мой спиннер. Покажи этому клоуну. Вот, полюбуйтесь. Вот это мега-спиннер. Да это он мне уже надоел. Так что можете его забрать себе. Ой, дядя клоун лопнул. Так ему и надо. Это был Пеннивайз, Жорик. Ты разве его не узнал? Ребята, подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях, понравился ли вам мультфильм. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И поделитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. И тогда будет вам счастье! Thank you.